Где-то здесь призрак появился, отправился прогуляться ночью, заглянул в часовню, а затем снова исчез. Вурдалаки, призраки и прочие штуки, которые иначе делают бум. Дин-дон. Этот призрак делал скорее дин-дон, чем бум. Качался на колокольной веревке, поднял шум, такой, что поднимет и... В общем, очень громкий. Это был просто призрак или чей-то конкретный? Весьма конкретный. Монтегю Степлоу, 6-й герцог Бенедиктский. Умер в 1698-м. Это семейное кладбище, здесь лежат все Степлоу. Не совсем все. Руперт Степлоу, 15-й герцог Бенедиктский. Неведомо, где покоится его тело. Пропал во время аварии в Бенедиктских шахтах. В память о нем и о тех отважных, что погибли вместе с ним. Авария на Бенедиктских шахтах, кажется, 5 лет назад. 30 человек пропали без вести, когда обрушился свод. И они так и не смогли выбраться. Рудник был запечатан, и шахту закрыли. Что ж, значит, Руперт, 15-й герцог, не здесь. Значит, прошлой ночью из могилы выскочил не он. Стив, вы верите в привидения? Кое-кто верит. Керберт Отшельник. Вы не ответили. Вы лично верите? Сформулируем так. Странные происшествия нужно изучить. Останьте здесь и осмотритесь, а я пойду навещу Керберта Отшельника. Кермет! Кермет! Не очень радушный прием. Я хочу, чтобы меня оставили в покое! А я хочу, чтобы вы мне рассказали историю про привидение, например, про которое вы видели прошлой ночью. Ничего не видел, просто перебрал. Стоит мне перебрать, я слышу и вижу разные вещи. Даже слышите? Уходите, оставьте меня в покое. Я ничего не видел, не было никаких призраков, никаких. Вибрации прелестны. Они кружают нас. Моя душа трепещет. Чувствуете, как бы... Восхитительно. Я бы сказала, что это были лучшие из тех, что мне приходилось ощущать. Меня зовут Мэнди Макай. Я из Друпа. Друпа? Друп. Друзья призраков. Да, здесь сверхъестественно. Определенно. Призраки окружают нас. А, кстати, Пил, миссис Эмма Пил. Да, они все здесь. Они дружелюбны? Мы считаем, что да. Люди вечно боятся призраков. А вы никогда не думали, что это они могут нас бояться? Ведь мы причиняем им ужасные неприятности, охотимся за ними, заклинаем их. Стоит им выйти немного пройтись, кто-нибудь непременно закатывает истерику. А сколько призраков вы видели? На самом деле, ни одного. Я их чувствовала. Здесь точно есть один из них. Я хочу его разыскать. С помощью суеверий всякого мумба-юмба, с помощью всего этого бреда, я... Я собираюсь опровергнуть ваши глупые идеи. Джордж Спенсер, он из группы, миссис Пил. Группа по оценке призраков. Это научное общество, которое не верит в привидения. Всякому появлению призрака есть объяснение, и мы находим его научным способом. Легенды мы объем логикой, однородные сказки фактами. Холодными клиническими фактами. Можете не волноваться, покойный герцог Бенедиктский здесь не гуляет.